Поспеши. У меня мало времени на мирские дела. Если бы мне от тебя было что-то нужно, я бы сказала. Ничего. Я занята. И я не люблю, когда меня отвлекают, если мне от тебя ничего не нужно. Ой, не смотри на меня так. Ладно, думаю, найдется у меня для тебя черная работа. Может, хоть приставать не будешь. У нас тут проблема с вампирами. Начали находить обескровленные тела. Я знаю неподалеку их логово. Хорошо бы его зачистить. Не думаю, что даже такая задача тебе по силам. Вампиры — хитрые охотники. Наверняка хитрее тебя. Плохое ты выбираешь время, чтобы заблудиться. А ты еще откуда? Хорошо, что я доверяю своему слуху. Если придется, я тебя убью. Поспеши. У меня мало времени на мирские дела. Грязные твари.
живут в темноте. Такая дикость и варварство. Я люблю роскошные вещи, вроде этой. Вот, это тебе за труды. И, пожалуй, стоит бесплатно показать тебе пару приемов магии иллюзий. Как ты на это смотришь? Береги себя и всегда помни, в мире полно людей, готовых пролить твою кровь.